представляем подборку эксклюзивных новостей от Казинформ. Американские эксперты в беседе с собственным корреспондентом Казинформ в Вашингтоне Рустемом Кожибаевым поделились своими оценками дальнейшего развития отношений между США и странами Центральной Азии. Более конкретное наполнение сотрудничества в формате C5 Plus One получило после первого саммита, который прошел в сентябре прошлого года в Нью-Йорке. Тогда президент США Джо Байден встретился с лидерами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. И если в данном формате больше фокус делается на политическую составляющую, то на первом форуме B5 Plus One страны уже сфокусировались на экономических вопросах. Комментируя эту тему, управляющий директор программы энергетики, экономического роста и безопасности Международного налогового и инвестиционного центра Ariel Cohen говорит, что развитие бизнеса с западными компаниями может столкнуться с рядом сложностей, поскольку регион Центральной Азии не имеет выхода к морю и находится далеко от международных рынков, а это влияет на удорожание импортируемой или экспортируемой продукции и ресурсов. В Министерстве внутренних дел Казинформ рассказали, в каких ситуациях полицейские могут применять табельное оружие. Таким случаем, например, относится освобождение заложников. Также оружие может быть применено для защиты физических лиц от преступных посягательств, которые угрожают жизни и здоровью. При отражении нападения на сотрудников и членов их семей, лиц, выполняющих служебный или общественный долг по охране общественного порядка. При отражении нападения на жилые помещения физических лиц, на охраняемые правоохранительными органами объекты, помещения государственных организаций, отражение нападения на служебный или воинский наряд. Эти и еще другие случаи предусматривают применение огнестрельного оружия полицейскими. В связи с большим резонансом вокруг дела Куандыка Бишимбаева, присяжных заседателей, по которому сегодня отобрали в закрытом режиме, Казинформ пишет не только о системе отбора присяжных заседателей, но и мерах их защиты от внешнего давления. Так, в Верховном суде, отвечая на официальный запрос агентства, отметили, что предусмотрена государственная защита присяжных от посягательств на их жизнь. Присяжные голосуют тайно и письменно, то есть о принятом решении известно только им. Листы голосования опускаются в урну, после подсчета отпечатываются в конверт и хранятся в деле. Это необходимо для того, чтобы присяжные не боялись разглашения их мнения и негативной реакции со сторон обвинения или защиты. Присяжные не обязаны объяснять или мотивировать свое решение. В приговоре не указываются фамилии присяжных, а только судьи, который вел процесс. Полная версия материалов на inform.kz. Также вся аналитика и события страны и мира доступны в мобильном приложении Казинформ в App Store и Google Play.